В данном видео мы с вами поговорим о том, как создавать декларации новой почты через LPSR. Итак, первое, что вам нужно сделать, это, конечно же, подключить модуль новой почты. Для этого вам нужно зарегистрировать себе кабинет на сайте новой почты, там создать контрагента, и в вашем кабинете будет ключ API, который мы будем использовать для подключения нашего модуля. Выбираем модуль новой почты, нажимаем «Настроить», и сюда вставляем наш ключ с личного кабинета новой почты. Синхронизируем и сохраняем. Именно с помощью таких довольно несложных манипуляций подключается модуль новой почты. Далее переходим в заказы и посмотрим, как же нужно создавать накладные новой почты. Так, открываем перечень заказов, открываем первый же заказ. Проверяем, все ли данные для отправки товара у нас есть. Выбираем статус заказа «Принято», выбираем способ оплаты, наложенный платеж. Как мы видим, у нас заказали рубашку. Далее мы выбираем способ доставки «Новая почта» и создаем ТТН. Открылось меню создания декларации новой почты. Здесь мы видим несколько блоков информации. То есть технология доставки, это отделение, либо отделение и определенный адрес. Далее данные отправителя, то есть наши данные. Выбираем контрагента, откуда мы отправляем, адрес. В данном случае это адрес отделения. Далее заполняем данные о нашем получателе. Как мы видим, его фамилия, имя и номер телефона подтянулись с нашего заказа. Далее указываем адрес, это будет Киев. И выбираем, например, отделение номер 1. Далее в параметрах отправления мы указываем, кто будет оплачивать доставку, какая будет форма оплаты, и указываем дату отправки. Ну и указываем несколько важных моментов по нашему товару, который мы планируем отправлять. Выбираем тип доставки. В нашем случае это груз. Описание отправления – это одежда. Вписываем параметры нашей посылки. Общий вес. Это будет 300 грамм. И в конце указываем тип и сумму обратной доставки. Нажимаем «Создать декларацию». Собственно, и все. Нажимаем «Сохранить» и «Закрыть». Теперь мы видим, что нашему заказу был присвоен статус «Принято». И далее наши курьеры, либо менеджеры по доставке, переходят в отправку товара, распечатывают ТТН и отправляют этот товар на почту. Вот, собственно, и все. Надеемся, вам было полезно. А на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до новых встреч!